Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить паник при регистрации. Также не забывайте вводить мой, пацаны, промокод. Мой промокод хэштег Кирилл Ютуб. Мой промокод нужно вводить на 6 уровне, за него вы получите очень классный плюш. Ну а сегодня я хочу, пацаны, поехать, да, в казино. Но, пацаны, я хочу наконец-то подняться. Мне вот это надоело, полоса неудач просто. Поэтому сегодня нам просто нужно взять и подняться в казино. У меня есть 4 миллиона, но я не хочу все деньги проебать, поэтому мы где-то поиграем там на лям 500, может быть. Я вообще хочу в карты поиграть, если честно, потому что, блин, кости там решает рандом, а в картах решает твоя голова. Короче, пацаны, тут планы немножко поменялись, я решил купить себе квартиру. В Южном именно, давайте посмотрим, что за интерьер. Так, интерьер пиздатый, кстати, да, пиздатый интерьер, в принципе. Ну, понимаете, 800 тысяч, типа, за квартиру такую, мне кажется, это недорого. Давайте спросим. Господ, у него 600 тысяч, а продают они, по-моему, за 800 тысяч. Я считаю, что это даже очень недорого, в принципе. Давайте напишем «беру». Да, я понимаю, что я живу у подписчика, типа, на Рублевке, но, понимаете, хочется тоже иметь свое жилье, хотя бы квартиру. Тем более, квартира непростая, в Южном, пиздатым интерьером, Госка 600 тысяч, а я покупаю за 800 тысяч. То есть, если даже у меня слетит, то мне вернется 600 тысяч, понимаете? Типа, ну, я буду не в большом минусе. Поэтому сейчас мы покупаем квартиру, а потом уже будем ехать, получается, в казино. Так, вот, Герб хочет приложить вам номер 21. Так, купить. Так, покупаем за 800 тысяч. Так, все, видите, я теперь владелец. К сожалению, здесь гаража нету, но, в принципе, думаю, ничего страшного. Давайте я сразу здесь, наверное, РС-ку припаркую, потому что мне нужна будет в любом случае машина, чтобы потом отсюда уехать и перевезти все свои машины. Вот здесь тоже нельзя парковать. А где, блядь, не парковать машину? Ну, допустим, давайте попробуем на парковку заехать, припарковать. Смогу ли я это сделать? А, могу, ебать. Ну, пусть на парковке стоит. Мне-то все равно. Короче, пацаны, я доехал до казино, у меня бензин закончился, у меня какой-то баг с передним окном, видите, они постоянно высыпаются. Ну, у меня вроде бы есть канистра, но я пока не буду ее заправлять, в принципе. Что я здесь вообще не вижу, чтобы люди были. А, не, есть люди, кстати, но в карте никого нет. Только есть кости, походу будем играть в кости. Так, давайте меняем 10 тысяч фишек, а это 1 миллион. Купил квартиру и проебал все бабки, просто. 3 миллиона в пизду ушло просто. Я проебал просто 3, пацаны, миллиона, понимаете? Я, блядь, думал, все, уже черная полоса закончилась. Нет, блядь, ни разу даже в плюс, сука, не ушел, понимаете? Я играл сколько раз и ни разу в плюс не ушел, вообще ни разу, вообще ни разу. Вообще ни чуть-чуть не ушел в плюс, только ушел в минус. В жестокий минус просто, и все. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вводите мой ник при регистрации, в принципе, вводите мой промокод на 6 уровне и ждите новых серий. Всем пока-пока.